Всем привет, вы на канале Device. Мы продолжаем рассматривать лучшие ноутбуки. В данном случае на разборе 17-дюймовые модели из разных ценовых категорий. Я постараюсь зацепить как офисные рабочие экземпляры, так и игровые. Хотя очевидно, что большую часть игровых ноутбуков можно использовать и под профессиональную деятельность. Перед тем, как я начну, пожалуйста, поставьте этому видео заранее лайк и подпишитесь на канал. А чтобы всегда быть в курсе нового контента, нажмите на колокольчик объявлений. Поехали! Начнем с достаточно дешевого и офисного ноутбука. Дизайн корпуса простой, пластик темного цвета, полноразмерная клавиатура и довольно толстые рамки. Есть три USB-порта и разъем прямого подключения к интернету. В комплекте даже имеется оптический привод DVD-RV. Сейчас в нем мало смысла, но может пригодиться на какой-нибудь работе, где подобный функционал имеет место быть. Дисплей HD качества, матрица SVA, с учетом 17-дюймового дисплея картинка будет не лучшего качества. Впрочем, для работы с таблицами или текстом такой расклад более чем приемлемый. Процессор, как и весь ноутбук, бюджетный. Двухъядерная модель AMD A6 9225, вышедшая в 2018 году на базе архитектуры Stony Ridge. Максимальная частота 3,1 ГГц, техпроцесс устаревший 28 нанометров. Камень в целом холодный, всего 15 TDP. Графика интегрированная, по производительности сравнима с Radeon HD 7470M или Intel HD Graphics 4200. Максимальная тактовая частота 800 МГц, поддерживается DX11.2 и шейдер 5.0. Оперативной памяти всего 4 ГБ на частоте 1866 МГц. Есть ли возможность расширения, неизвестно. Однако данной конфигурации явно недостаточно для адекватной работы современных версий Windows 10, даже в случае с редакцией LTSC. Так что советую брать этот ноутбук под легковесные дистрибутивы Linux для работы в офисе. Тем более аккумулятор неплохой, в связке с процессором AMD A6 9225 его должно хватать надолго. Еще один офисный вариант, но с куда более производительным и новым железом, однако это все еще HD дисплей и не самая лучшая в плане цветопередачи и углов обзора матрица типа TN. На самом деле, если вы не работаете с фото или видео, вам нет нужды акцентироваться на IPS-матрицах. Так что чаще всего выгоднее сделать выбор в силу ноутбука с хорошим железом, но посредственной матрицей, чем наоборот. В данном случае это процессор AMD Ryzen 3 3250U с двумя ядрами и максимальной частотой в 3,5 ГГц. Номинальный TDP при этом 15 Вт, а вот максимальный может достигать 25 Вт, что более чем оправданно. Техпроцесс 14 нанометров, объем кэш-памяти третьего уровня 4 МБ. В общем, неплохие характеристики, способные, например, справляться с программной разработкой. Дискретной видеокарты нет, вместо нее популярная нынче интегрированная графика Vega с тремя ядрами и частотой работы 1200 МГц. При желании с такой конфигурацией можно играть в простые игрушки, да и с просмотром видео проблем не возникнет, в особенности при HD-матрице. Оперативной памяти 8 ГБ на частоте 2400 МГц, скорее всего она распаяна. Максимальный объем, поддерживаемый материнской платой, составляет 12 ГБ, что, как я считаю, является оптимальным объемом для этого ноутбука. Твердотельный накопитель на 256 ГБ, подключенный по стандарту NVMe. Чисто для работы этого более чем хватит, а вот для хранения файлов, скорее всего, придется докупить дополнительный накопитель или искать выходы с помощью облачных хранилищ. Батарея средняя на 42 Вт-часа, хватит этого на 6-7 часов в режиме смешанной работы точно, а вот просто просматривая видео, получится просидеть на порядок больше. Также рабочая модель от компании Asus. По всей видимости, корпус разрабатывался с расчетом на мобильность, так как покупатели отмечают высокое качество сборки. Вес, конечно, при 17 дюймах приличный, как и общие габариты, однако это не помешает эффективно выполнять все необходимые действия даже на улице в солнечную погоду, так как матрица тут типа IPS с Full HD разрешением. Железо от синих, двухъядерный и четырехпоточный процессор Intel Core i3-10110U с максимальной частотой 4
4,1 ГГц. Кэш-память 3 уровня 4 МБ, камень 10 поколения на базе Comet Lake с 14-нанометровым техпроцессом. Максимальный TDP 25 Вт, имеется интегрированное графическое ядро, которое отвечает за вывод изображения. Максимальная частота работы 1 ГГц. Ничего особенного, но для просмотра видео в Full HD подойдет. Оперативной памяти 8 ГБ, она распаяна на материнской плате. Также имеется один свободный слот, в который можно будет установить еще 8 ГБ. Частота памяти 2400 МГц, накопителей 2, один ноутбучный жесткий диск на терабайт и SSD на 128 ГБ. В очередной раз скажу, что под систему лучше всего использовать твердотельный накопитель, особенно когда речь идет про Windows 10 и его тяжеловесные для жестких дисков службы. Аккумулятор не очень вместительный, всего лишь 32 Вт-часа. Для такого ноутбука это немного, что и отмечают покупатели. Из общей оценки товара видно, что время автономной работы слабое место этой модели, так что вам следует учитывать данный фактор при покупке. Довольно универсальный ноутбук от компании Dell. Хорошо подойдет для дома, так как имеет неплохую матрицу VA, Full HD разрешение и производительное железо, позволяющее даже играть в нетребовательные игры. Дизайн хоть и приличный, но видно, что модель из среднего бюджета. Рамки толстые, клавиатура и тачпад стандартного типа. Имеется оптический привод и все нужные USB-порты, включая Type-C. Процессор Intel Core i7-1065G7, 10-е поколение, Ice Lake с 10-нанометровым техпроцессом. 4 ядра, 8 потоков, частота в турбобусте 3,9 ГГц. Максимальный TDP 25 Вт. В общем и целом добротный популярный камень, позволяющий заниматься любым видом деятельности, включая работу в загруженных проектах. Тем более, что предусмотрена дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX230 с двумя GDDR5 ГБ памяти. Правда, частота посредственная, всего лишь 7000 МГц, но для такой конфигурации этого хватит. Оперативной памяти установлена одной плашкой на 8 ГБ с частотой 2666 МГц. Имеется свободный слот, в него больше еще 8 ГБ установить не получится. Накопитель SSD на 0,5 ТБ, даже для дома это неплохой объем. А вот аккумулятора может оказаться мало, особенно если вы собираетесь использовать все ресурсы системы, включая дискретную видеокарту. Так что есть смысл брать этот ноутбук в качестве второго компьютера дома. Вдобавок еще и вес 3 килограмма, в плане мобильности это действительно неудобно. А вот и игровая модель от компании HP, по дизайну напоминающая соседнюю линейку Omen. В целом корпус не так уж и сильно выделяется среди прочих, разве что дисплей имеет немного необычную форму. Рамки средние, не тонкие, не толстые. Клавиатура и тачпад домашнего уровня, имеется зеленая подсветка, это позволяет пользоваться ноутбуком в полной темноте. Странно, но некоторые покупатели отмечают не самый высокий уровень сборки. В некоторых местах наблюдается люфт, но в эксплуатации это не сильно мешает. Также многие жалуются на марки пластик. Быть может, производитель решил сэкономить на корпусе, так как начинка все-таки за свои деньги топовая. Процессор Intel Core i5-10300H, 4 ядра и 8 потоков с максимальной тактовой частотой 4,5 ГГц. Архитектура Comet Lake с 14-нанометровым техпроцессом, объем кэш-памяти 3 уровня 8 МБ. Достаточно высокий TDP 45 Вт, так что могут быть проблемы с температурами при нагрузке. В целом камень очень хороший, но требует серьезной системы охлаждения. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с модификатором Max-Q. Отличают ее от стандартной версии более низкие частоты, а именно 1590 МГц против 1335. Частота памяти в том и другом случае остается той же 12000 МГц, а объем 6 ГБ GDDR6 типа. Исходя из общедоступных тестов, производительность в играх должна быть примерно следующей. В Control более 60 FPS на средних настройках, в Rage 2 на максимальных около 62 FPS, Far Cry New Dawn более 70 кадров, тоже на максимальных, и под 45-50 FPS на средневысоких в игре Metro Exodus. Довольно неплохие результаты для начального или среднего уровня гейминга. Подправлено все это двумя плашками оперативной памяти по 8 ГБ в два имеющихся слота. Максимум можно установить 32 ГБ, но тогда придется возиться, так что советую брать ту конфигурацию, объем ОЗУ которой полностью устраивает хотя бы на несколько лет вперед.
Батарея средняя на 52 Вт-часа. Вне дома этого хватит на приличное время, если не запускать ресурсозатратных игр или программ. Вес 2,7 кг для такого ноутбука – это, пожалуй, норма. Отзывы в основном положительные, особенно касающиеся производительности. Все же это главное преимущество данного ноутбука. Напомню, что я всегда оставляю под видео ссылки на модели из топов или обзоров, поэтому советую заглянуть в описание, так вы сэкономите немного денег при покупке. Также игровой ноутбук от компании Acer из линейки Nitro. Дизайн приятный, корпус выглядит чрезвычайно крепким. Сама по себе модель крупная, но из-за форм со срезанными углами удалось добиться большей компактности. Что касается качества, оно на приемлемом уровне. Корпус из пластика обсидианового цвета, как это указывает производитель. Клавиатура и тачпад достойные, имеется красная подсветка и выделение некоторых клавиш, а именно WASD, стрелки и прочее. Вероятно, это должно быть удобным для геймеров. Железо среднего уровня, 4-ядерный и 8-поточный процессор Intel Core i5-9300H с максимальной тактовой частотой 4,1 ГГц. Расчетная мощность 45 Вт, это 9-е поколение камней Intel. Конечно, отличия от актуального поколения немного, но следует понимать, что это не самое новое железо, особенно на фоне скорого выхода 11-го поколения. Видеокарта также не из новых, Nvidia GeForce GTX 1050 с 3 ГБ GDDR5 типа памяти на довольно низкой частоте 7000 МГц. Впрочем, это не так уж и важно на практике. Частота ядер в сравнении с десктопной версией почти та же самая, почти 1500 МГц. Архитектура Pascal с 14-нанометровым техпроцессом. Думаю, эта карта всем хорошо и давно известна, так как она является одной из самых покупаемых карт с 2017 года, хотя за последнее время она сбавила свои позиции на рынке десктопных ПК в силу устаревания. Для ноутбуков же такая графика даже сейчас более чем неплохая. Можно играть в современные проекты на средних настройках в зависимости от требовательности. Например, в Just Cause 4 на средних настройках будет в районе 40 FPS, а в Darksiders 3 более 50. Аккумулятор тоже неплохой, 4-секционный. Производитель указал, что его хватит на 7 часов работы. Что касается мобильности и веса, этот ноутбук лучше держать дома, так как он немного тяжелее, чем у конкурентов, и может привлекать лишнее внимание из-за игрового дизайна. А из преимуществ конфигурации я бы отметил объемный SSD на целый терабайт и неплохую производительность всей системы. Более топовая вариация игрового ноутбука от компании Lenovo. Похвалить стоит дизайн, он не выделяется и лишен бессмысленных или лишних элементов. С виду обыкновенная модель с приятной подсветкой клавиатуры. Правда, рамки довольно толстые, что расстраивает. В устройстве такого ценового диапазона хотелось бы видеть решения, приближенные к безрамочности. Впрочем, на качестве дисплея подобный фактор, конечно, никак не сказывается. Это полноценная Full HD матрица с IPS-типом. Частота обновлений всего 60 Гц, что является оптимальным вариантом, так как видеокарта тут не настолько производительная, чтобы выдавать более 60-70 FPS при приемлемых настройках. Начнем с процессора. Тут стоит топовый камень с 6 ядрами с максимальной частотой 4,5 ГГц. Многопоточность имеется. Дата выхода была в 2019 году, однако и 14-нанометровый техпроцесс и общие характеристики примерно такие же, как у актуальных экземпляров. Процессор без проблем подойдет вообще для любых современных игр, также имеется огромный потенциал в различных профессиональных сферах. Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 без каких-либо приставок. Объем видеопамяти 4 ГБ на GDDR5 памяти с частотой 8000 МГц. Частота ядер же 1560 МГц. Это примерно десктопные характеристики. В принципе, неплохая модель, хоть многие и нелестно отзываются о ней. В нашумевшем Death Stranding на максимальных настройках будет в районе 60 FPS. В Doom Eternal также на высоких более 65 FPS. Если есть желание поиграть в более массивные проекты типа Red Dead Redemption 2, придется снизить настройки на средний пресет и попытаться найти свой идеал, чтобы добиться 45-50 FPS, что далеко не плохо. Оперативной памяти 16 ГБ, больше установить материнская плата не позволяет. Частота 2666 МГц. Накопителей 2, терабайтный HDD и SSD NVMe на 256 ГБ. В теории твердотельный накопитель можно было бы разделить на две части. Одна для системы, другая для игр. Отзывы положительные. По большей части покупатели хвалят производительность и качество экрана, а вот время автономной работы у ноутбука слабое место. Аккумулятор всего на 45 Вт-часов. Для такой конфигурации это маловато.
И последний в этой подборке ноутбук из популярной игровой линейки Omen от HP. Потенциал имеется во всех направлениях, разве что с мобильностью могут быть проблемы из-за веса в 3,2 кг. Дисплей Full HD с IPS-матрицей, частота обновления геймерская 144 Гц. Дизайн, скорее всего, всем знаком. От себя скажу лишь, что края можно было сделать сточенными, как это наблюдается у других производителей. В целом сборка неплохая, по крайней мере покупатели на нее не жалуются. Главный процессор модели Intel Core i7-10750H, это 6 ядер и 12 потоков с частотой в турбобусте 5 ГГц. Также имеется поддержка технологии Thermal Velocity Boost, камень новый с техпроцессом 14 нанометров и расчетной мощностью 45 Вт. Потянет любые игры, даже процессорозависимые. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 с поддержкой трассировки лучей в реальном времени. Тип видеопамяти GDDR6 с частотой 14 000 МГц, а вот частота ядер по сравнению с десктопной версией намного ниже – 1200 МГц против 1620. Оперативной памяти 16 ГБ, две плашки по 8 ГБ на частоте 2933 МГц. Поддерживает ли материнская плата больший объем, производитель не указал, впрочем, вряд ли у вас появится реальная необходимость в апгрейде. Батарея вместительная на 70 Вт-часов, в теории можно играть даже вне дома где-то в районе 4-5 часов, а вот в режиме веб-серфинга этот показатель возрастает как минимум на несколько часов. Есть много портов, включая DisplayPort и Thunderbolt 3, отзывы положительные. Единственный минус, как я уже упомянул, заключается в весе. Но тут по-другому нельзя, для таких комплектующих нужна приличная система охлаждения и соответствующий корпус, способный обеспечить должный уровень вентиляции. Это был топ 8 лучших ноутбуков рынка. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Таким образом, вы поддержите дальнейший выход остальных топов и обзоров. В комментариях, кстати, можете написать, какая модель, по-вашему, лучшая за свою цену. Ну и чтобы всегда быть в курсе любых событий на канале, рекомендую нажать на колокольчик уведомлений. До скорых встреч!